Добрый день, компания Zapkia. Сегодня расскажем вам о нашем сервисе и начнем с того, как же все-таки в него заехать. Соответственно, он находится на улице Дубнинской, 50Б, строение 1. Вот дорога, ведущая на Дмитровское шоссе. Для вас ориентиром будет служить заправка Роснефть. Соответственно, вот она и рынок возле платформы Леонозова. Проезд в наш сервис осуществляется через проезд между заправкой Роснефть и стоянкой рынком. Мы, проезжая по этой дороге, оказываемся в нашем замечательном автосервисе. Как вы видите по баннеру, Zapkia сервис. Соответственно, вот он, сервис наш. 4 заезда в нем. Небольшая парковочка. Вот. Для того, чтобы попасть в наш сервис, достаточно к нам приехать. На приемке у нас находятся запчастники. И это Игорь, мастер Александр. Улыбнитесь, Александр. Я улыбаюсь. Запчастник Илья. Вот, на втором этаже у нас находится отдел запчастей. А? Вот. Есть зона отдыха. Телевизор на данный момент выключен. Менеджеры по продаже. Наш склад. Запчасти возим сами, скорее. Почти все оригинальное. Раздевалка для сотрудников. Вид сверху. В данной части здания находятся 3 подъемника. На данный момент они все заняты. 1 4-стоечный подъемник. На нем выполняется вход и развал. Плюс ремонт автомобиля. На данный момент автомеханик Константин выполняет замену масла и замену турбины на автомобиле Hyundai Porter 1 с двигателем D4BF. Константин, улыбнитесь. Просто минутка внимания. Видеоблогер. Здесь автомобиль Fiat Cerato 2-го поколения. Здесь осуществляется ремонт подвески, замена амортизаторов. Вот. Также у нас имеется мойка. В основном используем ее для мойки машин перед заездом в премзону, ну или по желанию. В автосервисе имеется зона ремонта дизельных форсунок и ТНВД. Александр, улыбнитесь. Это мастер топливного участка, техник Александр. Вот здесь он у нас творит чудеса с форсунками. И не только, как говорит Александр. Соответственно, это у нас здесь слесарная зона, где выполняется перепрессовка подшипников, шаровых. Также здесь хранятся необходимые съемнички и специнструмент общего назначения. Здесь еще у нас 3 подъемничка ножничного типа и 2 двухстоечных. Это зона лакокрасочных работ. Кирилл, улыбнись в камеру. Автомаляр. Соответственно, есть камера покрасочная. Ну, их так уже называют, сушильные камеры. В принципе, все. Приезжайте, починим.